Привет, Баба Вера опять с вами. Сегодня меня давно просят. Ну, болела, не было времени, так сказать, занята была. Ну, ничего, сейчас мы посмотрим. Карнавал, истерика. Такое, знаете, название. У меня своих истерик хватает. На чужие смотреть вроде. Ну, ладно. Поехали. Ну? No. Сейчас истерика будет. Мама, я хочу тебе кое-что рассказать. Слушаешь? Потеряла аппетит. Не хочу гулять, когда он снова не звонит. Не нахожу себя, не знаю, как бы намекнуть. О том, что невзначай сердце мое пронзило мур. И хочется кричать о том, что там внутри. Стучит так тяжело. Мама, я влюблена, это временно. О, боже мой, молодежь, как я вспоминаю свои вот эти времена. Ох, я тогда была оторва. И если мне какой-то парень нравился, это его проблемы были, не мои. Так что, Валюша, это я тебя очень хорошо понимаю. Но, знаете, вот сразу не пойму, почему психушка, истерика, обычно наоборот. А так, конечно, любовь. Любовь – это чувство такое. Знаете, бывает и психушка, и истерика, и все бывает с этим чувством. А вообще, ребятки, это такое замечательное время, когда можно влюбляться, знаете, психовать, закатывать истерики, и все хорошо. А то вот вы поверьте, 60 лет мне уже не хочется не закатывать истерики, ничего. Если бабахнет давление, не психовать уже не хочется. Ничего, абсолютно. Так что влюбляйтесь, любите, закатывайте истерики, психуйте. Что хотите делайте, это жизнь, это молодость. И самое такое вот время интересное. О, потом оно уже не вернется. И не захочется всего этого. О, только вот так, как я поностальгирую, повспоминаю, о тех временах подумаю. А вы живите сегодняшним днем, живите, радуйтесь, это жизнь. Так что пока-пока!
До новых встреч! Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера.